Так, продолжаем. Лада Гранта 2020. Проехал я уже 4500. Вот. В принципе, ну, двигатель у меня 8,7 лошадок. Конечно, 106 бы был круче. 122 там других Вести, это уже чересчур. У меня до этого 105 вот был в Volkswagen. В принципе, хватало этого для нормальной езды и разгончика такого. А здесь 106, вот есть двигатель. То есть 106 бы вообще сюда идеально подошел. Вот, сейчас посмотрю. Кстати, кто знает, что вот это за параметр, вот этот вот? Типа, сколько литров за все время я потратил уже, или что? Непонятно. То есть расход у меня такой, ну, потому что у меня на крыше багажник, и я газую по трассам часто ездию. Вообще был до ТО у меня был меньше, до нулевого ТО. После нулевого ТО у меня стал больше расход. Где-то 5, а, сейчас, 6 и... Ой, блин, извините. 7,6. Вот, а сейчас 7,7, 7,8 почему-то. Хотя, наоборот, должно вроде как меньше быть. Не знаю, еще когда будет первое ТО, там тоже будет регулировка клапанов. Посмотрим после него, что там будет. Так, мне вообще все нравится, вообще классненько. Внутри как сделано, снаружи все. Вот, вот мне такой вот у меня багажник. Прикольненький такой. Я сюда хочу эти потом фары повесить. Бокс этот. У меня единственное, сейчас появился какой-то звук. На первой передаче, когда я переключаюсь, внутри под панелью вот где-то здесь вот звук какой-то. Там как будто что-то разболталось, раздребезжит. Только именно когда низкие обороты, переключение идет. Все, остальное и то на первой или на второй скорости, когда я даже чаще на первой. В принципе, не сильно мешает, но все равно, когда пойду ТО делать, обращусь, пусть смотрит. Ну, сейчас двигатель тут чистил. В принципе, вот эта резинка, которая здесь прижимает, вот, она помогает. Пыль не так летит, но летит, но не так. Без нее бы было хуже. Вот она. Резинка. Блин, что мне так это как-то увеличил? Я ее всю промовилил. Вот, туда же мовили, они запшикали, вот сюда, блин, попал. А так вся промовилина, капот. Все. Движок чисто работает. Хочу вот фильтр поменять на 7000 километров. Фильтр поменяю. А потом уже ТО пусть массу меняет. Легкая тонировка стекол, прикольненькая. Такие мне диски достались. Колпачки на них. Комплектации 14. Я думаю, сюда 15 это как его. Нормально было бы резина. Больше не надо.